Всем привет, с вами Xnavity, и сегодня мы в новой игрушке Drift Street Japan. Она в раннем доступе, ну да ладно, что мы будем вообще здесь делать? Что вообще можно тут делать? Можно настраивать машины, дрифтить, зарабатывать деньги и покупать новые машины. Значит, что о настройке машины? Можем сделать вот этой машины развал. Вот все настройки ее пока что. То есть мы просто отодвигаем. Да, нужны нам цифры. Вот. Как видим, у нас сделался развал. Спереди чуть-чуть. Его не видно спереди. Вот спереди примерно минус 8 поставим. Ну, и сзади минус 13. Теперь можем мы чуть-чуть вытащить колесо. Вот. На минус 10 поставим. Вот. У нас получился небольшой развал. Пока что это вся настройка автомобиля в этой игре. Также мы можем купить новый двигатель. Во. Можем тут настраивать всячески. А можем просто купить готовый. Вроде бы. Так. Вот. Тут множество двигателей. В них я не разбираюсь, честно. Так. Что дальше? Можем заменить или купить новую машину. Я купил вот такую. У меня еще есть вот такая вот. Вот она. Ну и также есть другие, конечно же. Вот. Это прикольно. Надо спойлер сзади. Зря поставлю. Вот. Вот такая вот есть. Субарик. Nissan. Toyota вроде. Всеми любимый Skyline. Toyota. Mark 2. Который как раз таки у меня есть. Ну и последняя машина, это Infiniti. Тоже довольно-таки прикольная. Так. Можно еще и цвет поменять. Вот. Вот так вот. Но я не буду. Мне нравится белый. Так. Здесь есть мультиплеер. Но мы вернемся к нему потом. Значит, тут есть вот 5 карт. Давайте на четвертую карту пойдем. Drift Track 1. Покатаемся там. Тут есть музыка. Я ее как уберу. Потому что она может забанить мне. Вот так вот. Ну что, прокатимся чуть-чуть. Дрифтить я не умею, но... Ну да ладно. И прокатимся и пойдем на другую карту. Нормально так-то, если честно. Давай. Нет. Все-таки задели. Ладно. Давай. Оп. Нет. Сильно меня измернуло. Попробуем зайти в дрифт. Ручник и... Оп. Чуть-чуть. Не хватило нам. Я же говорю, я не умею. Точно. Ладно.
Вот эта дорога будет точно так же продолжаться, только повороты будут другие. Пошли на другую карту. Так, пошлите на первую. Ну, такая вот первая карта у нас. Пока что игрушка самая простенькая из сделанных. Стоит всего 170 рублей, так что приобрести вы ее сможете спокойно. Какой-то трафик есть. Ну, кажется, он... О, он с дисками? Лол. А трафик у нас, оказывается, модный. С дисками. Ладно, поехали дальше. Эта карта будет точно так же продолжаться, мы просто будем ехать. В переводе Drift Street Japan — это дрифт улиц Японии, если я не ошибаюсь. Давай. А! Вот так вот. Можно из салона вид включить. У нас тонировка. Все совпадает. Мы сидим 150 километров. Ну, тут почти совпадает. 170, там 160. Ну, это да ладно. Так, обгоняем. Вау, мы уже 203 едет, ребят. Это максимальная ее скорость. Ух ты, ёб. Перный трамвай. Почему у нас левая рука машина, если мы в Японии? Разработчик, чуть-чуть ты сделал ошибочку. Ладно, пошли на другую карту. Думаю, вы поняли, что это за карта. Так, вот трек 1. Тихо. Гад, не вылети. Не вылети. Оп-оп-оп-оп. Пошел. Отлично. Давай, давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Нас развернуло, нет. Но мы еще держимся. Игра, конечно, ненадолго, но все же 170 рублей отдать и покататься чуть-чуть. Найдите игру про дрифт, похоже, кроме Need for Speed. Хотя там и дрифт так себе вроде. Все говорят, что Need for Speed так себе. Эта игра идет на слабых ПК. Если разработчик будет продолжать ее делать, то, я думаю, она будет довольно-таки хорошей. Некоторые машины, я думаю, он взял из NFS, там, Underground 2, 1. А может, и сам сделал. Я не знаю. Не буду говорить об этом. Именно. Так, ну... Эта карта будет точно так же продолжаться. Пошли на другую. Тихо, ты там не ударься. Так. О. Тут мы еще не были. Я сам на ней первый раз, честно. Так, куда поедем, ребят? Налево или направо? Давайте налево. Вау-вау-вау-вау! Молодец. Окей. Окей. Не хочешь дрифтить? Ну и не надо. Ты трек более похож для дрифта. А! Давай. Ай-яй-яй, да что ж так... Вау!
Это было страшно. Так, давайте вперед. Соло. Первое лицо. Для третьего. Что-то я забыл. Так. Что-то она не хочет идти у нас никак. Давай, давай, давай. Нет. Не хочет она что-то у меня идти. У меня просто кривые пальцы. Не смог я настроить. Джойстик, блин. Нет, что-то эта карта слишком узкая. Хотя карты должны быть такими. Да что ж это такое? Ладно, думаю, вы поняли, что это за карта. Давайте отправимся уже на последнюю. Вот. Стоянка. Знакомая стоянка. Из драйвера первого. Кто играл, тот поймет. Драйвер в первой миссии нужно было выполнить трюки на машине, честно не помню какой. Вот в таком же гараже. Давай, давай, давай. А, там есть вход еще выше. Вау. Вау. Давай, 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 родная. Давай, давай, давай. Это прям форсаж какой-то. Не, эта карта мне понравилась. Я ее первый раз запускаю. Особенно вот эти повороты. А, ну это поворот, мы не вошли нормально. Если придрочиться, то будет, думаю, все ясно, понятно. Легко. О, крыша. Он. Спускаемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это как, блин? Как вообще такое? Возможно, ёперный бабай. Ясно. Похвалил карту. Ладно. Все мы карты посмотрели. Давайте пойдем в мультиплеер. Но в мультиплеере есть небольшой минус. Конечно же, все запускается быстро. Вот мы уже в онлайне. Но чуть-чуть лагает. Тут людей много. Это что сейчас было? Кто в меня влетел? Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там уже кто-то присоединился. Я так понимаю, можно себе сервер создавать, но как создавать вот это вот не здесь на мне. Столкновение есть. Сейчас кому-нибудь врежемся. Например, нет, это дрифтить не надо в него. Ой, там кого-то конаёбит. Не по-детски. Дайте мне кого-нибудь ударить. Вот так вот. Во-во-во. Во! От конаёбило, посмотрите как. Так вот, сейчас вам... Так, в жопу. Ладно. Сейчас кто-нибудь поедет дрифтить, а мы за ним. Во-во-во-во-во-во-во. Ребят, вы чё? Во. Конвейер ведь не по-детски, ребят. Да что ж такое? Да что ж ты за шумахер такой? Всё твоей маме расскажу. О, кто-то поехал. Под музыку покататься за 170 рублей, я думаю, это круть. Жутких таких багов нету, то что там дрифт не получается. Ну, подлагивает онлайн чуть-чуть. Ну, с другом там прикольно будет покататься. Лично мне, да.
Хотя какой дурак будет покупать ее из моих друзей. Они скажут, да, типа, говно игра. Я лично так не думаю, мне хватит. Тихо, тихо. Да что ж такое? Что-то мы никого больше не видим. Вот нас развернуло. Давайте проедем полностью эту карту. Такие вот тут шарики большие. И деревья. Давай, давай, стой. Не ударься. Мне нравится, ребят. Как бы что ни говорил, мне нравится. Если за этой игрой будут следить и хотя бы что-нибудь добавлять, делать. Воу, воп, воп, давай, 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 родная, давай. Давай, родная, давай, мы сможем. Вот за этот дрифт можно даже и лайк поставить. Который у меня получился наконец-таки. Тихо! Тихо! Вот, все. Сказал, вырезались. Мы тоже так умеем. Видите, какие вот пацаны. Джун-джун. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Ведь круто, ребят. Дергаем ручник и поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Да и что ж за напасть у меня такая. Сейчас этого чувака догоним. Управление, я еще не все выучил. Я так просто посмотрел одним глазом. Ну нафиг. Так, когда уже карта кончится? Пошел, 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 пошел. Оп, 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 оп. Как красиво, зашли. Чувак, мы тебя догоняем. Стой. Сучка-вонючка. Давайте мы его даже подождем. Чутка. А у меня не будет ждать субботняк. Пропустим его вперед. Давай, проезжай. А, обалдеть, как он лагает. Дун-дун-дун-дун, музыка играет. Ох, сзади нас еще. Да чуть-чуть не хватило мне. Вот так вот. Пошел, 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 пошел. Опа. Здорово, чувак. Руся. Наши поехали. О, Скайлайн, блин. Сказал я, и он меня это наебил. Не по-детски. Ах, да что ж такое, блин. Да, деньги тут заработать надо по-другому. Не в онлайне. Тут много кто помешает. Деньги с другой тут очень легко, вам просто дрифтить надо и зарабатывать очки. Думаю, это уже все поняли. Больше похоже на телефонную игру. Но она на ПК. Я ее искал, но ее нету нигде на телефоне там. Это не так, как я просрал 300 или 200 рублей на игру, которая есть в ВКонтакте. О, пошло, дело нет. Нет, не пошло, не пошло. Вот. Простой дрифт. О, вот и мы всю карту прошли.
люди катаются. Тут своя атмосфера. Тихо. Ой, они неправильно припарковались. Сорян, чувак, я не хотел. Ну, в общем, вот и все, что есть в этой игре. Пока что будем ждать. Ну, а на этом все. С вами был Xnavity. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Ох, как кто-то улетел у нас. А, ну и если у вас есть эта игра, добавляйте меня в стиме и покатаемся вместе. Все. Всем пока-пока.